хоккее я получаю удовольствие от, побед команды, когда болельщики скандируют имя клуба, да, они радуются победам. Когда вот эти вот эмоции захлестывают, и ты, ну, ты чувствуешь вот эту вот значимость, да, клубу, городу, вот это очень дорого стоит. Молодая, амбициозная команда с хорошими легионерами, с хорошей вратарской линией, с молодым тренерским штабом, с хорошим пониманием игры, с интересным опытом. Вот это вот вся смесь игроков, тренерского штаба, болельщиков должно что-то дать очень интересное. Поддержка, подсказки, лидерство, да, это не от возраста, это вот именно от, как от стержня, что ли, от нутра. Я хочу быть в этой роли. В команде главный коллектив. Есть много примеров богатых клубов, где по именам все красиво, а в раздевалке и в жизни там не очень хорошо, и результата никакого нет. Также на примере Сибири, когда брали бронзу. Да, бронза же была? Была. Какие-то супер яркие имена были в команде. Становились после этого, да. Вот. Так что я думаю, что коллектив многое решал. Жизнь без хоккея – это очень тяжело. Да, я соскучился по играм, по всему вот этому тренировочному процессу. Я хочу, чтобы команда вышла опять в плей-офф и как можно дальше отпуск не начинался. Но я представляю, как город соскучился. Я помню те эмоции, когда мы здесь играли в сумасшедшую вот эту поддержку. Дворец вроде не новый, да, так скажем. Вот. Но то, что здесь творится на льду во время плей-офф, это прям эмоции крутые были здесь. Кубок Гагарина – это мечта, это цель, которая придает много сил потом. Когда ты его поднимаешь, ты понимаешь, что твой путь, который ты проделывал, он был не зря, и ты хочешь все больше и больше побед. Что бы я сказал, что это хороший сезон, мы должны выполнить цель и чуть-чуть больше. Мы должны как можно дальше отсрочить свой отпуск. Мы должны по максимуму дотянуть до апреля. А там, глядишь, и уже фортуна улыбнется, и мы поднимем кубок. Почему нет? Любая команда, неважно, какой у нее состав или бюджет, имеет шансы полноценные. Главное попасть в плей-офф, а в плей-офф совершенно другая игра.